До 700 обращений в день поступает в Центр обработки вызовов в Карачаево-Черкесии по телефону горячей линии 122. У жителей республики есть возможность оперативно связаться с медицинскими организациями по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией. За работой специалистов центра наблюдал наш корреспондент Артур Махце. Горячая линия 122, слушаю вас. Звонок из отдаленного населенного пункта Карачаево-Черкесии. Обратившийся за помощью в кул-центр человек не может связаться с районными медиками, чтобы вызвать врача на дом. По словам звонящего, у него высокая температура, имеются симптомы коронавирусной инфекции. Специалист центра обработки вызовов вносит в карточку необходимую информацию, передает данные коллегам из Урупского района и помогает обратившемуся связаться с необходимым медучреждением. Утром вызывали, да? Скажите, пожалуйста, вы прикреплены к городской поликлинике или к медсанчасти? Оставайтесь на линии, соединю вас с горячей линией городской поликлиники. Не кладите трубку, пожалуйста. В день на горячую линию 122 поступает до 700 звонков. Некоторые из них какое-то время находятся в режиме живой очереди. Все-таки каждый обратившийся требует внимания. Несколькими секундами тут не обойдешься. Но даже если человек не дождался ответа специалиста, с ним в ближайшие минуты свяжется. Ни один звонок не останется без обслуживания. Пришлось добавить количество диспетчеров в смене. Это до 6 человек у нас идет на горячую линию и 5 человек сидит на 112. То есть звонки любого, все, что касается ковида, это тест, результаты теста, вызов врача на дом. И непосредственно наш диспетчер перенаправляет по у нас 14 муниципальных образований с 14 больницами всей нашей республики. И уже непосредственно там, откуда заявитель, туда и направляется вызов. Диспетчеры колл-центра принимают звонки не только по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией. Не остаются без ответа и обращения по поводу работы всех экстренных служб реагирования. Вал звонков от населения республики даже побудил руководство Центра обработки вызовов увеличить количество смен и персонала. В настоящее время несколько старшекурсников медицинских вузов и колледжей проходят обучение и скоро будут готовы присоединиться к оказанию информационной помощи. Звонки на номер 122 принимаются ежедневно с 8 до 20 часов. Артур Мхцим, Максим Долгов, Вести, Карачаево-Черкесия.